турнир серии G. Событие, которое очень важно для каждого тренера и спортсмена, который, в принципе, хочет добиться больших результатов именно в тхэквондо. Так как этот турнир приносит рейтинговые баллы и, конечно, олимпийский рейтинг, и очень многие сборные многих стран приехали сюда именно за олимпийским рейтингом. Ну, что хочется сказать о турнире, организован на высшем уровне. Мы видим новые системы электронные судейства Gen 2 DEDO, новые ковры. Судейство на высшем уровне, нас полностью все устраивает, и не просто устраивает, но мы рады, что такой турнир проводится у нас в стране. Хорошо встречаю, здесь ребята любят нас, нашу азербайджанскую команду, все время фоткаются, приходят, я уже многих запомнил здесь, очень добрые, хорошие соревнования. Так как год последний уже предолимпийский, ездим на соревнования, собираем рейтинг. Думаем, начала попасть на Токио 2020. Здесь все приехали многие страны, опытные ребята, так что соперничество здесь в порядке. И украинцы всегда нам стабильно кровь пьют и выигрывают нас моментами. Здесь у нас среди участников есть олимпийский чемпион, чемпионы мира и Европы. Около 400 участников, 19 стран. И турнир важен тем, что он дает очки для Токио 2020. Очень приятно, что они проводятся именно в Харькове. И это большой праздник для любителей спорта. Это уже по счету, если не ошибаюсь, 17-й раз проводится здесь. Спасибо Тхэквондо Федерации Украины за такой турнир. За такое гостеприимство. И все судьи, и все спортсмены очень довольны. Удачи всем участникам соревнования. И надеемся на следующий год встретиться здесь. Этот турнир является очень важным для меня, потому что это рейтинговая система и турнир, на котором можно взять определенное количество рейтинговых очков. Рейтинг дают за каждый пройденный бой. То есть задача пройти максимальное количество боев и выиграть этот турнир, чтобы получить максимальное количество баллов. В дальнейшем планирую отобраться на квалификацию, если получится, и на 2020. Украина Open проводится в Харькове. Очень хорошо, что этот турнир у нас в Украине. Так как такой же рейтинг, который мы зарабатываем за границей, наши спортсмены сборная выезжают, такой же мы можем получить здесь. Но в родных стенах. Все равно родные стены помогают нашим спортсменам. Здесь выступает национальная сборная, которая сейчас в данный момент готовится на чемпионат мира. Рамалданова, Тетеревятникова, Малченко и так далее. И этим же спортсменам также необходим рейтинг, чтобы успешно посеяться на чемпионате мира. Всем нашим ребятам желаю удачи, побед и фарта.